Здравствуйте. Для того, чтобы рассада хорошо взошла, необходимо соблюдать постоянную влажность почвы и воздуха вот в припочвенном слое. Бывает так, что рассада уже начинает проклевываться, и вдруг мы забыли полить или полили недостаточно, и почва пересыхает, и росток наш погибает. Для того, чтобы обеспечить вот эту постоянную равномерность влажность как почвы, так и воздуха, мы используем разные приспособления. Накрываем наши емкости пленкой или стеклом. А вообще можно обойтись еще проще. Вот сейчас в продаже есть такие мини-парники. Они продаются в запаянном виде, очень аккуратно. Уже все входит в комплект. И вот эта вот продажа в запаянном виде предохраняет от того, что комплект будет как-то расформирован. Из чего состоит этот микропарник? Самое главное, из чего он состоит, это вот такие кассеты. В них можно посадить наши культуры, семена. Кассеты имеют дренажное отверстие. И очень часто мы сталкиваемся с проблемой, что вот мы посадим в стаканчики, вот в такие, в те же самые рассадные, у них тоже есть дренажное отверстие. А вот здесь уже есть поддон, очень удобный. Вставляются кассеты вот сюда, все точно подходит по размеру. И есть прозрачная крышка. Вот этой прозрачной крышкой накрывается наш мини-парник, и получается вот такая вот мини-тепличка. Вот в таком состоянии семена получат достаточно влаги, семена получат достаточно света, потому что крышка прозрачная. И схожесть намного больше будет, чем если мы будем выращивать, не закрывая наши семена. Парники бывают разных размеров. Все зависит от того, сколько кассет внутри. Вот мы посмотрим, вот здесь вот две кассеты. Мини-парник на 3 кассеты. Ну и самый большой на 4 кассеты. Вот такие кассеты можно использовать несколько раз. Но они достаточно тонкие, их, в принципе, можно и испортить. Но ничего страшного, отдельно продаются кассеты, которые подходят по размерам для этих мини-парников, и можно при необходимости заменить. Можно даже сделать такую вещь. Если у вас вы сажаете какие-то очень ранние культуры, начинаете посадку с января, наступает такой период, когда выращивать в парнике их уже не нужно. Вы можете вот эти кассеты убрать, а где-то в марте поставить новые кассеты и высадить культуры сюда, снова прорастить, которые быстро прорастут, и им не нужен такой длительный забег, как другим культурам. В эти же парники можно ставить и стаканчики. Они здесь очень хорошо встают. Конечно, это менее удобно, чем кассеты, но при необходимости можно поставить и стаканчики. После того, как будет произведена высадка, парник моем. Он многоразового использования. Мы все это моем, сушим и оставляем до нового посадочного сезона. Вот такая вот очень удобная вещь, можно приобрести в магазинах. А наши советы помогут вам как можно комфортнее, без меньших усилий, вырастить хорошую, здоровую рассаду.